и его друзья. Загадки пирамиды. Он говорит, что семечко здесь. Да. Это пирамида. Мне тут не по себе. Все хорошо, Пами. Пирамиды — это просто гробницы для захоронения фараонов. Это верно. Идем в пирамиду искать зеленое семечко. Какой ужас! На меня сейчас посмотрел сфинкс! Конечно. Ну правда же, правда! Кончай рассказывать сказки Чиву. Я пошел, не выдумывай. Леми! Не может быть, я же видела, он посмотрел прямо на меня. Мамочки! Ай-яй-яй-яй! Тю-тю-тю! Юху, подожди! Скорей! Сейчас! С ней столько хлопот. Куда она теперь подевалась? Увидела жука? Друзья, стойте! У меня такое чувство, что вся эта пирамида движется! Это точно не к добру! Руди, Леми, вы ищите в той стороне, а мы с Пами пойдем сюда! Друзья, кто найдет Чиву, ведет ее сюда и ждет остальных! Вперед! О, тут как-то жутковато. Значит, пирамиды — это лабиринты с ловушками. Ребята, вы где? Руди, я, кажется, слышал голос Чиву. Чиву, ты где? Мы здесь, Чиву! Ой! А, фараон заклял пирамиду, чтобы никто не вышел живым! Руди! Где ты была? Прямо здесь. Как странно. Теперь почему-то пропал Леми. Странно, странно. Он был с тобой? Конечно, да. Мы с ним только пришли. Не пойму, что же тут творится. Пойдем искать остальных. Подожди. Ой-ой-ой, искать остальных, искать Чиву, остальных. Постой. Интересно, где же наши Юху и Пами? Где же Руди? Эта пирамида просто зловещая. Так
мы все можем заблудиться. Мы уже заблудились. Не бойся, Пами, мы найдем всех наших и выйдем. Юху, что-то стены ужасно придвинулись. Нет, нет, этого не может быть. Не получается! Юху, что же делать? Кажется, стена замерла! Что это было? Пами, ты цела? И где все остальные? Смотри, какие каменные плиты! Руди! Леми! Чиву! Ну и как вы сюда попали? Провалились сквозь пол, как и вы! Ой, смотрите, зеленое семечко! Точно! Это зеленое семечко! Это комната пятигранник. Наверное, именно в этом и кроется разгадка. Друзья, видно, попадающие сюда должны разгадать 5 загадок, написанных на плитах. Что ж, тогда по одной каменной плите загадка на каждого. Расходимся по стенам. Ребята, я выбираю себе эту плиту. Готовы? Да! Читай, Руди! Отсюда выйдет лишь тот, кто обладает зоркостью сокола и храбростью льва. Отлично! В какой-то момент все пазлы совпадают с отверстием. Отсюда выйдет лишь тот, чьему сердцу доступна красота и доброта природы. Отсюда выйдет лишь тот, чьи глаза, подобно звездам, пронзают тьму. Так. Готово, я собрал.
Отсюда выйдет лишь тот, кто быстр, как леопард, и чист, как родник. Понял? Отсюда выйдет лишь тот, кто способен победить зверя силой своего ума. Ну что же это? Может, загадка внутри него? Что же это? Эти числа надо сложить. Ловушку открыл свет, отразившийся от этих зеркал. Свобода! Руди, как же ты сумел сложить столько чисел? Значит так, объясняю. Я вспомнил, что в моей энциклопедии написана одна вещь. Если тебе необходимо узнать сумму чисел, идущих по порядку, сложи первое число с последним, умножь получившееся на количество чисел, раздели пополам и готово! Руди! Скорее! Подождите! Я сейчас... Я бегу! Да!